Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Тилькаплей. Сегодня мы с тобой поиграем в игру, которая называется Emerald Lake. Это хоррор. Хоррор про детский лагерь. Звучит интересно. Нам нужно будет найти нашего брата Петю, вроде бы как. Поэтому мне кажется, будет очень интересно. Давай посмотрим, что это за такая игра. Новая игра, значит, товарищ. Лагерь Изумрудное озеро. Излюбленное место туристов, ищущих острых приключений. Вокруг этого места ходит очень много легенд и тайн. Мой брат вместе с друзьями отправился туда пару дней назад. И с тех пор связь с ним прервалась, поэтому я отправился на его поиски. Брата зовут вроде бы как Петя. Ой, прикольно, слушай, мне прям нравится. Петя! Моего брата. Должно быть, он где-то рядом. А, ладно, ты только меня так больше не пугай. Записка. Одна неудача за другой. Я умудрился проколоть все колеса на машине. Теперь не знаю, как буду возвращаться в город. Это очень странно. Кто-то установил шипы на въезде к территории лагеря, несмотря на то, что лагерь давно заброшен. А нахера ты сюда приехал, спрашивается? На УАЗике не... Игра вроде бы как... Я не знаю, какая, но похоже вот прям русский какой-то фольклор. Скорее всего, она от русских разработчиков. Но это же УАЗик, это реально УАЗик. И записка. Хорошо, ладно, пойдемте в этот лагерь. Ну, такой себе лагерь на самом деле. Что написано? Изумрудное озеро, детский оздоровительный лагерь. Санаторий, основан в 1921 году. Санаторий-то я подумал, что тут пишут? Закрытие лагеря Изумрудное озеро, и больше ни хера ничего не понятно. Коммунистом стать можно только тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. Короче, ясно, какой-то коммунистический лагерь. Окей. Это что такое? Фото друзей моего брата. Господи, серьезно? Подожди, стой, я хочу посмотреть на друзей твоего брата. Да подожди, я не вижу. Как это повернуть-то? Вот. Теперь вот, как ты? Че, можно? Я хочу посмотреть на друзей твоего брата. Как это сделать? Во! Дурацкое фото. Инстаграм бы такое нет самое. Ну, паутинка, все поросло. Закрыто, в смысле? А ну открывай! Петя, я знаю, что ты там! Петя! Петя, выходи! Петя, я тебе лампу принес! Петя! В жопу тебе масло из этой лампы залью. Раз ты не выходишь. Хорошо, в окошко, может быть, где-то дырочка. Ого! Сука, голубь! Эпона, мать, голубь! Качели. Фото друзей моего брата. Еще фото друзей. А немного ли фото друзей? Это кто это? Ну, вот это уже больше такая. Ну, странная тоже фотка на самом деле. Девка какая-то там. С пацаном хоть, ну явно она такая интересная деточка. Что-то они там жмякаются. Жалко, что это не мой брат. Мой брат, видимо, популярностью у девок не пользуется. Это что такое? Это что это? Ключ от двери. А, ну ладно. Хорошо, брат. Везде пишут, что рядом с лагерем свалка старых машин. Хорошо. Спасибо, что уведомляешь меня об этом. Главное, что ты комментируешь. Так вот трейлер. Жаль, что в трейлер нельзя войти. Там наверняка можно было бы перекантоваться. Здравствуйте. Херли, ты улетела так. Сраная ты галка. Луна? Это что такое? А, это фотография. Я думала, на меня глаза что-то смотрят. Зу, все, я внутри. Сохранение, между прочим. Сохранение, чтобы не сильно бздели. На улице походили и хватит. У входа в здание стояла его машина. Это значит, что они еще здесь. Постараюсь найти их внутри лагеря. Надеюсь, ничего страшного с ними не произошло. Единственная странная вещь — огромное количество заброшенных машин поблизости. А, вот так вот. Я не знаю, что, чего здесь ждать. Я специально себе не сплерила, я только почитала описание, то, что мы приехали за Петей. Все, как бы наша цель — найти Петю. Ой, слушай, здесь неплохо, прям на школу так похоже, как будто в школу пришла. Здравствуйте, закрыто. А можно, ну, я хочу позаходить? Там он... Это не очень хороший знак. Это не очень хороший знак, там что-то как-то, да. Металлург, ну да, в СССР какой-то стайл, все дела. Здрасте. А что может пойти не так? А эта дверь не открывается, да? А это, может быть, открывать? Вот, смотри, как раз взяла и открылась. Ну разве не прелесть? Здесь кто-нибудь есть? Дима Масленников передает нам привет, да? Хорошо. О, записка. Вчера пропал Никита. Месяцем ранее пропал Коля. Управляющий говорит, что они убежали домой, потому что соскучились. Но мы с ребятами так не считаем. Нам кажется, что их похищают, но вот только для чего? Для экспериментов, едеть твой... Здесь что такое? Не знаю, цветочки какие-то. Это что? Становится не по себе. Какое успокоительное? Ты еще этот, что ли? Таблетоид? Ну, я как бы вижу, он там вот лежит успокоительный, но я не хочу его брать. А что тебе становится не по себе? Мне кажется, очень даже нормально. Ну, подумаешь, заброшенное здание, он детские рисуночки, очень мило.
таблетки от стресса. Хорошо. Возьми таблетки от стресса. Мне что, мне не жалко, братан. Ты как бы бери. А, так это вход получается. А что с той стороны? Давайте я с этой стороны похожу, посмотрю, что здесь. Ну, здесь, наверное, закрыто, там он темно. Закрыто. Это туалет. Ну, он тоже закрыт. Хорошо, что пока что все закрыто. О, у меня есть полоска здоровья. Слушай, это не очень хороший знак. Это значит, что за нами будут гоняться. А кто за нами будет здесь гоняться? Сумасшедшая женщина или сумасшедший мужик? Кто? Сумасшедший монстр? А чё тут так темно? Ой, бляха. Ну, я пойду, конечно же, на свет. На свету всегда хорошо. Это какая-то библиотека или что это? Кто-то здесь бухал. Люда мазок бы не одобрила то, что здесь кто-то бухает. Хорошо. Какая-то картотека, она что-то открывается. Ну-ка, стой, 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 там что-то лежит. Нет, не открывается. Открываются только какие-то куски. Совсем малые куски, судя по всему. Кому? Светлане Козловой. От директора лагеря «Изумруд», Новое озеро Юрия Сельцова. Срочно! И в этот понедельник снова придет участковый с вопросами про твоего сына. Все подозревают Виктора. Отправь его на озеро. Не хочу, чтобы его расспрашивали. Если придет тот же самый участковый, то ты знаешь, что ему передать. Не-не-не-не. Типа, иди в жепь, сказать ему. Алло! Не работает. Не работает. Обидно. О, ключ. Ключ от двери. Хорошо. Ты давай не ссы, ты мужик вроде бы сильный. А как у меня... Ой, что-то у меня вообще херово. А как у меня... Я не знаю, как у меня инвентарь открывается. Меня не научили. Ты чё? Чё с тобой, братан? По-моему, его кроет. Не страшно же пока. Он просто глупенький. Откройте дверь, у меня пульсирует голова. Голова пульсирует, администрация. Так в администрации Николай не давал только бутылки. Кто-то здесь бухает. Так, я не понял. Кто там играет с моим мячиком, а? Сюка. Не играй с мячиком. Здесь какая-то цепь. Нехило. Нормально, ну цепь и цепь. Подумаешь, цепь. Там кто-то с мячиком играет. Меня это больше должно напрягать. Кто-то играл с мячиком. Кто-то забрал мячик. Ой, бляха. Крыса, наверное. Кто-то на кухне. Там тетя Галя просто готовит. Чего ты обосрался-то? Господи! Ты чё, больной, что ли, придурок? Больной, дебил. Япона мать, ты хер ли делаешь, ты придурочный? Извращенка. Что это такое? Таблетки. Выпей таблетки от стресса, чтобы у тебя херово. И ключ от двери возьми. Алло. Алло, алло, скорая. Что так. Что здесь произошло? Ну? Откуда кровь? Менструация называется, это девичья. Первый раз пошла, она размазала. Больше ничего поделать не смогла. Что за страшная музыка? А можно я отсюда пойду? Я наверное, все. Извините, я, пожалуйста, ухожу. Пока! Сука, пока! Сука, пока! Мне не дали уйти. Здесь какая-то херня происходит. Там кто-то девку волок. Наверное, она просто не хотела давать. Кому-то не дала. И кто-то обиделся. Вот и все. А я, может быть, он почувствовал, что она как бы готова к зачатию детей. Ладно, мне что? Мне не страшно? Совсем? Не, не напугаешь? Не. Сука, а для чего мне ключ? А, наверное, от той двери. Наверное, я сейчас попаду все-таки в столовку. Тут же никого нет, я надеюсь. Не, ну кто-то там детей таскает, девок за волосы. Но это первобытные инстинкты. Может быть, у них прелюдия такая. Да открывай дверь, слышь? Куда мне идти? Ты чё? Ой, я могу бегать? Я реально могу бегать? Да ладно, я еще бегать могу? Допустим, я зашла сюда. Там уже ночь темная и полна ужасов. Жопа, я утыкаюсь куда-то.
Блин, меня сейчас главному герою худо станет от того, что я, может быть... Но у меня же есть ключ. Девочка! А ты не можешь открыть мне дверь, пожалуйста? Тупая девочка. И что, куда мне идти? Я не знаю, у меня сейчас у героя там его доплющит до конца, видимо. Ладно, я сейчас найду, я куда-нибудь-то ключ-то присуну. Ну, мне же дали какой-то ключ. Он куда-то же должен подойти. Алло! Ой, бляха. Здравствуйте. Не лучшее место вы выбрали. Для туалета. Видимо, еще один турист стал жертвой. Да ладно, ты так спокойно об этом говоришь? Хе-хе. Привет. Серьезно? Может быть, это я маньяк? Бляха. Эта фотка, это их... Последний снимок жертвы. Какой-то извращенец. Может быть, мой брат дурак? А зачем мне эта штука? Ой, более отоляющая. Хочешь, прими? Там над ним уже мухи, это, видишь, летают. Мне кажется, я реально маньяк какой-то. Это я все. Это я все, дурачок, себя так веду. Так а зачем мне мачете? Я кого-то должен отрубить? Или что? Сука, не подходи. У меня есть нож. Понятно тебе? У меня есть нож. И я тебе дам в нос. Может быть, я смогу сейчас как-то дверь открыть? Да в смысле... А, может быть, я могу цепь этим перерубить? Ну, вряд ли, но, может быть, стоит попробовать. Может быть, я настолько силен? Блин, прикинь, туалет. В туалете лежит дядька, отдыхает. Он просто устал после рабочего времени. Я не знаю, что тут. Ты кто такой, придурок? Ты кто? Куда ты пошел? Может быть, я могу пойти за ним? Открывай дверь! Не открывает? Так подожди, ну а что мне... Ну, я ж говорю. Я ж говорю, вот так надо. Закрыто. Это какой-то склад или что? Закроем за собой на всякий случай дверь. Ой, смотри, пилюльки еще одни. Меня уже выворачивает от вида этих таблеток. Нам дают их утром, днем и вечером. Медсестра в шутку говорит, что это таблетки от всех болезней. Но я заметил, что все, кто пьет их, стали очень вялыми и безэмоциональными. Даже хулиган Дима перестал нас задирать. Ох уж этот хулиган Дима. О, еще один ключ. Еще один ключ. Да что? А мачете-то верни! Таблетки от... Выпей таблетки от стресса. Походу, у тебя вообще стресс-писец. Давай, это вот от этой двери. Я тебе отвечаю, нет? А здесь что за дверь? Женский туалет. Женский туалет, увы, не открывает. Может быть, это от той двери, куда пошел наш маньячелло? Может быть, тогда от той двери? Здесь не так много, в принципе, дверей. Сейчас будем просто теребить каждую. Что-нибудь да теребим. Слушай, ну тут маньяк. И это не маньяк, Сережа. Это другой маньяк-то. Это какой-то Джейсон. То есть он в хоккейной маске. Это хоккеист. Это Овечкин. У меня был мачете, но теперь его у меня нет. Стало вдруг как-то чуточку-чуточку не по себе. Хорошо. Значит, дверь была вот здесь. Вот здесь. К трупу я, пожалуй, не пойду. Там мухи летают. И страшно, мне сейчас опять в стресс вгонит. Я не хочу. Такого я не хочу. Наверное, от этой двери ключ. Ага. Ну, не очень хорошая мысль идти за этой девочкой. Ой, это все, что осталось от девочки. Ну, сочувствую, девочка. Очень тебе сочувствую, дорогая. Ну, вот. Такова жизнь. Плохо, конечно, но вот. Веселый детский лагерь. Бляха, ёб твою мать, ты чё, придурочный, что ли? Ты хер ли вы... Ёб твою мать, что там? Ты что, дурак? И чё? Вставай. В смысле? Мира он меня положил. Чё, конец игры? Что здесь происходит? Кто этот монстр? Он оставляет за собой одни лишь трупы. Скорее всего, это и есть друзья моего брата. Одно радует, я еще не нашел его тело, а значит, шанс еще есть. Да, твой брат, этот дегенерат!
Тебя твой собственный брат же хочет прибить за то, что ты за ним не вовремя приехал. Он сошел с ума от этих таблеток в этом сраном детском лагере. Вот и все, секрет прост. Девка ему та не дала, он ее прибил. Мужик там, допустим, она любила вот этого пацана, он его убил там. Сейчас кого-нибудь еще найдем, я тебе, знаешь, это, скомпоную здесь связь. Ой, бляха. Ой, бляха. А может быть, стоит разрезать, посмотреть, нет ли здесь нашего брата? А почему один в черном мешке? Это что такое? Моя голова. Больной ублюдок. Серьезно? Это все, что тебя сейчас беспокоит? То, что он больной ублюдок? 9. Опа. Или 6. 1. А, это пароль. Ну-ка, покрутись-ка. Покрутись-ка, девица. Стань к лесу задом, а ко мне передом. Я что-то вижу у тебя здесь. 7. А как я должна понять, что это за пароль? Ой, блин, кошмар какой-то. Так, это, наверное, 9. 1. 7. На тебе что-то есть? А с другой стороны... Повернись! На тебе может быть что-то? Так, то есть один пароль, да? Хорошо, давай тогда. Подожди, а как мне набирать? 1... 7, 9. 9, 7, 1. Так, я не понял. Да нет, на этом вообще ничего нет. А, вот 4. 4, хорошо, давай. Давай. Значит, 1, 9, 7, 4. 4, 9, 7, 1. 9, 7, 4, 1. Да камон! Как я должна это решить? Ты чё? 7, 4, 9, 1. 6, 9, 7. Да, я не знаю, что здесь за пароль. 1, 2, 3, 4. Я не знаю, какой пароль. 7, 4, 6, 1. Я не знаю, ты чё, игра? 7, 1. А, ага. 1, 2, 3, 4, да? 3. Так, это 4, да, получается? Это 4. Так, 7. 1, 9, 5, 7, 1, 9, 6, нет, подожди, 7, 1, 6, 9, бляха, бляха, взломала я, хакер, дай мне попить, мне нужно срочно выпить что-то, братан, писец, нужно срочно что-то мне принять, меня кроет, у меня башню кроет писец, таблетки. Сука, таблетки мне не нужны. Дядь, как мне таблетки-то взять? Ладно, я сейчас, может быть, что-то найду. Еще один пароль? Да ты охерел. Да ты охерел, меня и так уже плющит меня. Посмотри, как меня плющит. Вот, вот, кухня. Отстань от меня. Ебой. Я жив. Странная банка? Ну, видимо, из людей. Он, видимо, готовит жратву. Любит кушать. Странная. В смысле, это огурцы. Что? Огурцы, что ли, никогда не видел в своей жизни? Это огурцы! Мне нужно как-то запитать вот эту херобору. Что это вообще такое? У меня есть тесак. Хорошо, есть и есть, типа. Хер бы с ним, что с ним делать. Сюда нужен какой-то очередной пароль. Я не смогу вести. Нихера себе ты. А где я возьму? Может быть, банки надо покрутить? Подождите-ка. Серьезно, ну-ка иди сюда. Странная банка. Ну-ка, крути банку. Так, допустим. А это банка? Странная банка. Ну, банка и банка. Там какие-то остатки людишек. Может быть, я могу ему приготовить еду, и он будет менее такой злой. Менее злобный, скажет, ну ладно, ты мне покушать приготовил, приготовил. Скажу, ну типа, да, кушай. И он такой скажет, ну ок, хорошо. Может быть, что-то в еде? Блин, ну я сейчас опять буду пухнуть от голоду. Да обосрись, странная вообще банка. Не встань. Охренеть, странная банка с кишками какими-то. Очень странная банка. С тебе эмоции, как я не знаю в чем. У меня даже нет фонарика. А что тебя кроет-то? Нормально же все было. Может быть, вот этот же пароль подойдет? Какая нахрен разница? В воде один и тот же пароль везде, и нормально будет. Как мне это запитать?
Нет питания. Так сделай, чтобы было питание. Я тебя сейчас порежу. Мне нужно питание. Дай питание. Может быть, там, где что-то течет? Может быть, надо порезать воду? О, смотри, я починила. Теперь вода не течет. А если я еще раз ударю? Слушай, я починила водосток. Разве не прелесть? Мне кажется, очень даже прелесть. Может быть, надо банку разбить? Подожди, ну-ка иди сюда, сука, банка. Ну-ка, банка, стой, иди сюда, говнобанка. Ну-ка, нет, смотри-ка, не бьется. Ну-ка, ты, банка, бьешься? Странная банка. Нет, но он не дает с ней ничего делать, с этой банкой. Здесь как бы есть вот это... Так, что это? Так, выпью таблеточку. Таблетка. Да, выпили таблетки. Так, это что? Это нам нужно? Это ключ. Это ключ. Бери ключ. Бери ключ! В чем проблема взять ключ? Я не понимаю, в чем проблема взять сраный ключ? Возьми ключ. Возьми ключ. Вася, ты чё? Мы все боялись Виктора, местного лесничего. Говорят, он сын нашей руководительницы лагеря. Он был с дефектом речи и не мог произнести ни слова. Только мычал, мычал. Старшие всегда его передразнивали, а мне всегда было его жалко. Ну вот, вот так вот. Жизнь несправедлива. Я почему-то не могу взять сраный ключ. Возьми сраный ключ. В чем проблема взять сраный ключ? Возьми сраный ключ. Серьезно? Так, и какой это ключ от двери? От этой, что ли? Нет, там еще какая-то была дверь. Там еще была какая-то дверь. Я что-то, я же не знала, как менять, а потом я смогла. Ой, кухонка. На кухонке ж ничего плохого не произойдет, правильно? Он смотри, детские рисунки. Чья-то фотография. Ну-ка, покажи-ка мне фотографию как-нибудь там, давай. Вот так вот. Покажи-ка мне. Кто там? Какая-то Людмила Ивановна, судя по всему. Ясно. Какая-то Людмила Ивановна, окей. Чья-то учись. Что меня кроет здесь? Я не понимаю, у меня все хуже и хуже становится. Выпей какого-нибудь успокоительного, братан. Ну ты что-то вообще достал. Расклеился, как тряпка, я не знаю. Тут вообще не страшно. Вон записка какая-то. Лагерь наш был небогат, он был с частным. Но мясо подавали здесь регулярно. Конечно, вкус мяса был странным, но все же мясо есть мясо. В других лагерях это вообще роскошь. Мы с ребятами шутим, что нам подают уличных собак. Скорее всего, вам подают уличных людей. Но вы дети, вам как бы пох. Это что такое? Так, и что здесь надо сделать? Я думаю, что теперь все работает. Я у мамы электрик. Вот, смотри, здесь, наверное, лежит аптечка. Да, хорош. Спасибо за таблетки от стресса. Спасибо. Ну-ка, сейчас я дерну фитилек. Наверное, уже все работает. Вот, смотри-ка. А пароль? А пароля-то у меня нет. А где я возьму пароль? В смысле? Подожди, а пароль? Вот пароль. Может быть, такой же, как и там был. 7169. 79. Слушай, подожди, а где? Как я пойму, что здесь за пароль? Не позволяйте детям играть с огнем. Он, наверное, где-то написан, я просто не понимаю, где. Может быть, где-то на кухне, я не заметила. Ребята, нам нужно идти с тобой на кухню. Серьезно, на кухне, видать, я что-то прослакала. Так, это не то. А, возможно, тут есть пароль. Так, там какая-то тетка доит корову. Опа! My mom and me. 3-3-5-1-9-9. 35-119. Хорошо. 35-119. 35-119. Все. 35-49. 35-49. Все просто стало. Так, вот здесь сейчас тихонечко не бежим. 35-49. Давай, значит. 35-49. Все, легкотня. Изи-пизи просто. Изи-изи-изи, все пизи. Все, до свидания. До свидания, извращение. Может, я смогу найти что-то полезное. Может, не надо?
Наверное, надо вот этой колотушкой. Ключ от... Так, ключ от двери и таблетки. Хорош. О! Майкл! Как ты нашел? Это ловушка. Это место ловушка. Все туристы, которые приходят сюда, погибают. Мои друзья. Их тоже не стало. Попытайся найти ключ. Мы должны выбраться отсюда. Ой, Майкл. Ты очень страшный. Ты знаешь об этом? Так у меня есть какой-то ключ. Братан, у меня есть какой-то ключ. Я тебя спасу. Но тут нет дверей. Слушай, ты чё? Готовит он там мяско свое, извращенец сраный. Я тебе сейчас знаешь что? Я не знаю что, я ничего. Сейчас что-нибудь найдем, какой-нибудь выход. Я не понял, но я же взял ключ. Я же взял ключ. Братан, у меня вот ключ. Подожди, ну-ка смени оружие. Оружие смени. Оружие смени. Кому говорю? Может быть, мне надо дядьку убить? Это какой-то трупик лежит. Свежеиспеченный, между прочим. Так, я закрыла дверь. Я открыла дверь. Я закрыла дверь. Я молодец. Я нашел ключ. Что с ним делать? Дружок. У меня есть ключ какой-то. Откуда этот ключ? Я не знаю, откуда этот ключ. Возможно, я просто что-то не понимаю. Возможно, но не факт. Возможно, эта игра делает что-то не так. Но она мне ничего не дает сделать. У меня даже мачете теперь нет выбора. Давайте я к нему подойду. Ух ты какой! Ух ты какой! Вытрахал меня! Прикинь, такой взял, мне наколотил. Что-то пошло не так. Не знаю, что, но вот так. Вот такая получилась серия. Я не понимаю, почему и что нужно было сделать. Если у тебя есть какие-то предположения, напиши их в комментарии. Я их обязательно попробую и спробую. Ну а мы увидимся с тобой уже очень скоро. Подписывайся на мой канал, если еще не подписан. Поддержи меня лайком и до новых встреч. Пока.